Всем привет, с вами Карина, и мы смотрим производство Bungie, игру Destiny. То есть судьба, насколько я понимаю. Это ММОшка, ММО с правильными шутерами, как это говорят. Совершенно правильные космические шутеры, которые у всех вызывают восхищение, у всех, кто играл. Я шутеры не люблю, поэтому мы с вами будем мучаться. Планета Марс. Сегодняшний день. Долетят ли наши когда-нибудь до Марса? Вот вопрос, который всех интересует. Недавно читала, что даже арабы уже начали заниматься космическими программами. Где-то там в Арабских Эмиратах. Так что, может быть, первый человек, который ступит на Марс, будет мусульманином. Красиво. В общем, это о том, как на Марсе люди нашли огромный артефакт, какой-то шар, который улучшил жизнь людей. Мы называли его путешественником. Его прибытие изменило нас навсегда. Мы построили великие города. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. Было время чудес. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. Мы знали, что было нашей судьбой путешествовать в других мирах. Но это путешественника преследовала тьма. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. Поколениями мы как бы. Мы все строили, восстанавливали, и тут нас настигла тьма, которая была концом и также и началом. Тьма настигла, и, ну, здесь об этом не говорится, я об этом читала, уничтожила большую часть населения человечества, человеческое практически поставлено на грани вымирания. Апокалипсис мы наблюдаем. Много людей погибло, как я уже знаю. И вот эти вот маленькие роботы ищут по всей планете гардианов, то есть охранников, стражи, которые погибли. Они их воскрешают, восстанавливают, чтобы те защищали планету. О целях пока что мало что известно. Ну, видим, тут врагов тоже полно. Ой, я не знаю, как я буду целиться. Неужели это возможно? Вроде нашел, да? Вот ты где. Guardian. Eyes up, Guardian. If
Стража, это стража? Это работа, ты живой? О, нас воскресили. Я тебя давно искал. Я призрак. Вообще-то, сейчас я твой призрак. И ты, в общем-то, был мертвый давно. Так что ты многие вещи, которые видишь, не поймешь. Ну и нам пора бежать, наверное. Нам тут небезопасно. Ну, я все еще с тобой. Мы должны двигаться быстро. Сейчас нам, по идее, передают управление. Ух, новый мир. Вернее, старый. Мы недолго здесь выживем, если будем здесь. Ой, блин, нам куда-то надо бежать, да? Здесь прям все плохо. Враги. Ой-ой-ой, мне страшно. Ну, очевидно, тут всего одна дорога, куда мы можем пойти. Поэтому далеко не это вот. L3, где у нас L3? Я тебя не для того сюда привел, чтобы ты опять умер. Мы должны двигаться. Бегу. Так, ладно. У нас пока нет оружия. Блин, сюда вообще бегу. Ты же слышишь меня, да? Мы здесь умрем. Нужно, чтобы ты мне... внутри мы будем в безопасности. Блин, я в дверь, что ли, пробежала? Ну вот, а? 2 секунды игры, и я уже, это... запуталась. Нам не сюда, да? Не сюда. Ну, ладно, зато красиво. Хотя графика, конечно, оставляет желать лучшего, но... именно тут. Ага, точно, сюда. Именно PS3, она так себе. Хорошо. Нужно найти оружие, прежде чем нас найдут. Блин, нифига не видно. Сюда. Есть какой-то фонарик? Опа. Они сразу за нами. Так, а так что? Ага. Это я нажала на старт. Защита, да, наши всякие оружие. Блин, красивая такая менюшка. Старая Россия, земля. Удивительно, что мы со старой России начинаем. Блин, ой, это кажется наша, да? Нужно больше света. Вижу, посмотрю, что могу сделать. Да я ничего не вижу вообще. Куда бежать? Ну, они за нами идут. А где мое оружие вообще? А, вот ящик. Так. Надеюсь, ты знаешь, как ее использовать. Я тоже надеюсь. Так. Ну, в общем, ты зря надеешься. Первый раз в жизни держу оружие. Блин. Очевидно, нам сюда. PS3 первый раз держу оружие, поэтому, ну, вы понимаете. Все будет мега чудесно. Как вообще перезаряжаться? Стрелять. Я перезарядилась. Ладно, идем дальше. Тут, видимо, боеприпасы. Что у нас там с жизнями, интересно? Направо, налево. Наверное, сюда. Там, где свет стоит. R2 тумили. А, это чтобы ближний бой, да? Вот так получил, да? Ха-ха.
Ты не знал, какая я опасная? Меня все боятся. Поэтому мне приходится... Л1, ты чтобы... Что? Надеюсь, за спиной никого нету. Ну чё? Я не переживу, если мне кто-то за спину зайдет. Кто там? Кто там рычит, а? Больше еще впереди. Давай. Так, мне здесь не это вот. Не, нету ничего с вас подобрать. Какие-нибудь патрончики не надо. Ладно. Что? Нет, очевидно, нет. Ой, тут что-то лежит. Очевидно, патрончики это были. Фух. Идем дальше. Да, что я вам рассказывала? Приходится мне не играть в шутеры, потому что всех просто вынесу, поэтому. Loot cache. Let's see what's inside. Что? Какой-то лут? Здесь? Да. Смотри, что внутри. Что это? Какая-то карточка. Чтобы изменить оружие. Ух ты! Снайперка. Пюм-пюм-пюм. Хорошо. Сменили. Сменили. Да блин. Chip mines. Don't touch them. Хорошо. Говорит, мины. Не трогай их. Ну. Выползай. Козёл. Давай. Я знаю, там бегать. Опа. Ну-ка, давай, следующий. Меня убьют? Где, где, что, где? Фух, до сих пор жива, да? Но с трудом. Ну, выползайте. Они, блин. Слушай, мне надо снайперку взять. Ай-яй-яй-яй-яй. Ю-ю, ничего не видно. Кто еще там это притаился? Ага,
отлично, оружие основное направили. Как перезарядка? Так, может, не, кружок ползти, X. А, прыгать. Отлично. Вот так. Перезаряжаемся. Я не поняла, как перезаряжаться. Ну да ладно. Блин, а? Ну, отходи назад, ну, блин. Блин. Меня сейчас убьют. Потому что я... О-о-о-о-о. Так, это мертвый. Хорошо. Тут еще есть... Судя по музыке, еще кто-то здесь и есть. Да, он бегает. Вы будете вечно тут спамниться? У вас тут вечный запас. Все. Кажется, я всех убила. The Fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Так, я просто смотрю, что здесь есть, может, интересно. Он говорит, я думал, их больше здесь, чем я думал. Так, здесь уже не собирается, да, оружие. Все, зарядились. А, так, куда нам идти? Чуть-чуть заблудилась. А, так, что здесь? Это вода такая, да? Окей. Все, вроде пособирали. Ну, ладно, идем дальше. Стрелялки на геймпаде, это то еще извращение, я вам скажу. Ух ты, какая прикольная местность. Мы правильно идем вообще, да? Да. This was an old cosmodrome. Старый космодром. Должно быть что-то, на чем мы можем отсюда улететь. Ай-яй-яй. Incoming. Они идут. Где? Fallen ships this close to the surface. Move. Блин, куда мув? Куда там? Куда? 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 Блин. Вроде мы куда-то правильно бежим. Старый космодром. И корабли наших врагов, очевидно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Очевидно, мы сейчас его примем руками. Кто-то там сзади стреляет. Ой-ой-ой, вас полно тут это. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. Да. Нас убили. Вот так нельзя нахрапом. Ну ладно.
Ой, придется вас всех перестрелять. Ой, то, что тут такое место такое? Можно спрятаться. Вот здесь еще один спрятался. Думал, я его не найду, да? Окей. У вас нет патрушек никаких, ничего? С вас не выпало интересного? Нет, я, конечно, ужасно, ужасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, конечно, ужасно играю в эти все... О, здесь. Ай-яй-яй, блин, а. Так, восстанавливаем здоровье. Потихоньку. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим. А я ничего не вижу, не вижу. А, какой это апгрейд? Мы... Нашли. Так. Левел второй. Хорошо. О, мы получили гранаты. Л2. Которые на Л2 даются. Хорошо. Так, назад мы можем вернуться? Ой, тут какая-то жижа. Я просто думаю, пули нам нужны или как? Ай-яй-яй, вы тут остались? Офигеть! Ну, они за нами пойдут? Блин, я думала, их там нету. Забавно. Док 13. В общем, это было хорошее место для гранаты, я так понимаю. А мы не ищем легких путей. Ой, блин, у меня пули закончились, да? И этого нету. Хорошо. Придется бежать на абордаж. Собирать пули, собираем, убегаем. Возвращаемся в наше место защищенное. Меняемся. Блин, а. На промах. Нулась. Вот так, а сейчас нет.
Осталось две пули. Вот так. Идем, найдем еще немножко этих пулек. Пулек. Вроде бы нету, да? Мы все подобрали раньше. Л3, чтобы бросить гранату. Куда ее бросать вообще, а? Я уже поняла, что ее можно туда бросать. Но пока что некуда. There's a ship. Clear him out. Да, все, граната уже нету. Зря, да? Блин, а? Пуля зря. Должна была попасть. Мертвый уже. Скоро у меня и тут пули закончатся, да? Эти закончились. Это тяжелая артиллерия, да? У меня две гранаты есть. Че? Их еще там бегают? Ой-ой-ой, бегам. Плохо. У них тоже гранаты есть, оказывается. Живой? Посмотрел он в прицел и спросил, кто это тут? И пару выстрелов. Судя по музыке, тут еще есть какие-то выжившие. Что-то тут светится, я не знаю. Ой-ой-ой. Где мое отличное место схрона? Выползай. Еще один, капец, а. Это тут было вообще, вы видели?
Из невидимости появился. Из ничего, из пустоты. Вроде как пули должны быть, но нет, это свет. Черт, ты пропал, да? Аура здесь. Устанавливается наш щит. Тихо, тихо, вроде тихо, ой, не тихо. All right, let me see if I can get us out of here. Ох, так, блин, не пособирала ничего. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. Говорит, он здесь очень давно. Повезло, что мы его нашли. Will it fly? Он может лететь? I can make it work. Я могу его заставить. Окей, он не очень хорош, но он нас к городу довезет. Кстати, насчет города там... Ого, какой дядька, уже страшно. Беру тебя внутрь корабля. Насчет города. Остался всего лишь один город на всей Земле, на всей планете. Все человечество в одном городе. И мы сюда вернемся, когда будем готовы. Видите, тут кто-то еще был. Мы не одни на этой планете.